Здравствуйте, Анжан, на канале Video Cooking. Сегодня пеку бисквит на белках. Потребуются белки комнатной температуры, мука, сахар, щепотка соли, лимонная кислота, ванильный сахар. Взбиваю белки. Добавляю соль. Когда белок такой консистенции, еще не плотный, теперь нужно добавлять лимонную кислоту, ванильный сахар и часть сахара. Добавляю ванильный сахар, лимонный кислоту. И во время взбивания буду подсыпать сахар половину от данной массы. Постепенно. Взбивала 4 минут. Ну, надо посмотреть. Если сахар не чувствуется, значит готова масса. Такая. Перекладываю более большую посуду, чтобы удобнее было перемешивать. Теперь рассеивать буду муку вместе с сахаром. Рассеиваю по частям, примерно делю на 3 порции. Выкладываю в форму. Когда выкладываю, стараюсь уже разравнивать, чтобы не было пустое пространство. Теперь надо ее пару раз постучать. Отправляю в закрытую духовку на 180 градусов. Прошло 30 минут. Теперь его надо перевернуть. И пусть остывает. Прошел час. Форма полностью остыла. Я посыплю просто сахарной пудрой. Можно подавать с ягодами, со сливками, с кремом, как кому нравится. Пробую. Очень вкусно. Нежнейший бисквит. Нежный, воздушный. В меру сладкий. Я довольна. Бисквит на белках готов. Приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, готовьте, комментируйте. И до новых встреч!